странно, кошки совсем не понадобились, чтобы по этому ледопаду подниматься. Просто в сапогах шли. Сцепление было нормально. Где-то опять камень посыпался. Вчера поднимались здесь. Один большой валун сорвался. А мужика мы думали, его там пришибло. Такое облегчение было увидеть, что этот человек поднялся. Сейчас уже повешен, пускай висят. Там. Наш лагерь находится на высоте 2100 метров. Мы сегодня такие ленивые. Поздно встали. Ленивые идем. И не хотим никуда идти. Вата. Вообще вата, которая вот над нами. За эту бензиновую горелку даже зажигает. Прикольно. Главное, все попало. С утра народ шел, сейчас уже не идут. Все пошли на Яхой, на Мунку. Сегодня пройти через тот перевал. Постараемся выйти на обзорку. Берите с собой каремат, пуховки, все берите. Палатку. Что случится, что ты на каремате там просидел, вплоть до спальника. Короче, весь рюкзак с собой берешь на восхождение, кроме жрачки. Интересно, разъяснит еще что-нибудь, как-нибудь окошечко какое-нибудь. Это конституция там какая-нибудь? Не, дальше там. За туманами.
вот тут, смотри, вот она тропиночка идет вот между снегами. Прыг этот не тащит. Камень! Камушек, 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 камушек. Все стали. Ну, блядь, не... Повезло тебе! Блядь, да! Там, мне кажется, еще больше будет дуть. Не, может, на травке нет. Может? Да. Но я помню, там задувало хорошо, когда я спускался. Посмотрим, здесь по ущелью внизу. Тоже, ну.
Все, с Малехой осталось совсем. Чуть-чуть. Я все заволокло. Только что это видно было. И заволокло. Вообще, да. Сейчас через перевал, сейчас там все. Что-то облаков-то больше, по-моему, стало. И света меньше пропускается. Обзор. Сегодня не обзор. Обзорная сегодня не обзорная. Обзорная какая-то. Мы пошли в наш лагерь. И вот так внезапно ветер закончился. Какая в горах погода. И опять начался. Мы спустились, идем по белому Иркуту на стрелку, решили через перевал не идти, потому что устали. Дима решил, что умный в гору не пойдет, и не пошел. Где-то он непонятно теперь где. Наверное, в лагере потонется.